Так, смотрю. Десяточки, десяточки. Всем доброго вечера. Вы большие молодцы. И напишите, с каких вы городов. Такую маленькую перекличку городов сделаем. Привет и передам. Уфа, Тверь, Каменск-Уральский, Челябинск, Казань, Челябинск, Питер, Липецк, Санкт-Петербург, Москва, Ржев, Костанай, Краснодар, Санкт-Петербург. Да, привет, Роман. Так, Владикавказ, Каменск-Уральский, Брест, Питер, Белово, Казахстан, Семей, Москва, Екатеринбург, Алма-Аты, Санкт-Петербург, Сочи, Маврикий. Лена, у нас ты неуловимая. То Маврикий, то Турция, то Дагестан. Так, Чувашия, Наро-Фоминск, Тюмень. Ну, в общем, охват у нас в основном Россия, Казахстан, Белоруссия, Барнаул. Привет Барнаулу. Молодцы большие ребята. Всем, всех рад приветствовать. Ну что, сегодня у нас презентация. Сегодня у нас, я постараюсь кратенько презентовать компанию, поделиться этой возможностью для людей, что привлекло меня, расскажу, чтобы это было кратко, чтобы вы это могли использовать в дальнейшем для презентации бизнеса. Ну и вот первый слайд нам очень нравится. Есть ли способ жить лучше? Каждый человек мечтает жить лучше. У кого бы вы ни спросили, а когда спросишь, что для тебя лучше, у каждого свое. Но что бы люди ни говорили, о чем бы ни мечтали, у каждого в понятии жить лучше всегда есть здоровье. Потому что если нет здоровья, соответственно, не будет ни энергии, ни радости в жизни. Если болеешь ты или болеют родственники, соответственно, всегда будет такая червоточинка, которая немножко отравляет жизнь, а у кого-то даже сильно отравляет жизнь, и уже ничего не надо, ни деньги, ни путешествия, ни друзья, ни вообще ничего жизни не радует, если начинаются проблемы по здоровью. Вот. И сегодня мы с вами поговорим, как решить проблемы по здоровью и решить финансовые проблемы одновременно, да, что есть. Если у вас есть деньги, если у вас есть здоровье, и если у вас есть свободное время, вы можете как человек реализоваться, исполнять какие-то свои цели, мечты, желания. И более того, не в одиночку, а с друзьями. Не случайно здесь нарисован корабль и люди, которые двигаются за ним. Соответственно, мы с вами сегодня об этом, обо всем поговорим и поговорим, как эти возможности реализовать в своей жизни. Итак, для того, чтобы построить большой бизнес, а сегодня у нас речь идет именно о бизнесе, нужно знать мировые тренды, потому что если вы начнете делать что-то в той области, которая уже на рынке не актуальна, ну, соответственно, клиентов вы не найдете, вы просто зазря потратите время, энергию и, соответственно, доходы не получите. Ну, кстати, в моем понимании бизнес – это система, генерирующая доход без твоего участия. И вот здесь ключевое слово без твоего участия, и что это система. Потому что очень многие люди, которые думают, что они делают свой бизнес, они просто работают на себя, не занимаются бизнесом. Ну, вкратце расскажу о себе, потому что кто-то, возможно, задаст вопрос, а с чего мы тебя должны слушать? Я более 10 лет отработал в банковской сфере, 7 лет из них занимался кредитованием, и на моих глазах прошло огромное количество бизнесов, и среднего, и крупные бизнесы. И, соответственно, ты видишь, как они развиваются, из-за чего терпят крах и так далее. И в 2003 году у меня встала задача создать систему, которая генерирует доход без твоего участия. Я начал, опираясь на все свои знания и опыт, искать такие варианты и, соответственно, нашел для себя индустрию MLM, пришел в нее. У меня не было цели зарабатывать там миллионы долларов, у меня была цель создать источник дохода, который генерирует доход от 10 тысяч долларов ежемесячно. Вот, конечно, не сразу все получилось, но зато, когда получилось, за первые 5 лет я не только создал такой источник, но и вышел на доходы свыше миллиона долларов, то есть заработал свой первый миллион долларов. После этого развивал бизнес, масштабировал, обучал этому людей. В первой компании, с которой я работал, была европейская компания. 4 доллара у миллионера вырастил. Во второй компании, американской, 8 долларов миллионеров вырастил, и сеть была
практически по всему миру, в 25 странах, от Японии до США 180 тысяч человек. И вот компания ушла с рынка, и, соответственно, после этого я ушел в инвестиции. Соответственно, почему важны тренды? Потому что если ты тренд угадал, автоматически не только ты растешь и развиваешься, ты растешь вместе с индустрией. Если ты тренд не угадал, или, как правило, многие приходят, когда на какой-то пик какого-то продукта, соответственно, этот пик проходит, и даже если у тебя все хорошо, ты вместе с индустрией будешь падать. Вот. И сегодня вы знаете, что у нас в тренде люди хотят быть красивые, люди хотят иметь возможность строить бизнес без привязки к месту, да, то есть желательно вообще из дома, с любой точки земного шара, чтобы этот бизнес был экологичный, иметь возможность развиваться, учиться, при этом быть полным сил и энергии, и, соответственно, никуда не денется, это, конечно же, здоровье, да, то есть это тоже на сегодняшний день тренд, причем большой тренд, и вот в этом направлении мы с вами будем об этих направлениях говорить. То есть предложение, о котором сегодня пойдет речь, оно затрагивает все эти тренды. Представляете, когда там много в одном, и все это как ветер в паруса двигает вас вперед и позволяет вам двигаться и развиваться. Соответственно, компания, о которой сегодня пойдет речь, она, с одной стороны, люди, которые в ней собрались, имеют огромный опыт не только работы, в принципе, на рынке, да, а и совместно работает, это очень важно, потому что люди, как шестереночки, знаете, притираются друг к другу, и с одной стороны, эта команда работает давно вместе, а с другой стороны, этот бизнес только 8 апреля официально стартовал на рынке, компания вышла на рынок и начала работать. Почему так произошло? Очень интересная история, потому что до этого была крупная американская компания, и это, кстати, еще один из важных моментов на рынке. Сейчас огромное количество американских, европейских крупных компаний, которые готовили почву, готовили рынок, с этого рынка свалили и, соответственно, освободили площадку для предпринимателей. То есть есть готовые специалисты, есть клиенты, но нету продукта. Соответственно, люди, которые займут эту площадь, ну, заработают очень хорошие деньги. Так вот, была американская компания, она ушла с рынка, а компанию возглавлял человек, генеральный директор этой компании. Было два варианта. Первый вариант – это закрыть компанию, как американцы, собственно, и хотели. А второй вариант – сохранить коллектив, сохранить компанию, сохранить клиентскую сеть и дать людям возможность пользоваться хорошими продуктами и продолжать бизнес. И президент этой компании, вернее, не президент, а генеральный директор этой компании пошел по второму варианту – сохранить коллектив, сохранить бизнес, выкупил компанию. И нужно было решить две задачи. То есть первая задача – это программное обеспечение, где взять, и вторая задача, с каким продуктом работать. Вот. Первая задача была решена тем, что был взять партнер, у которого колоссальный опыт в системах для бизнеса. Он много лет писал программное обеспечение для сетевых компаний, и, соответственно, здесь сразу было взято все лучшее и взят лучший маркетинг-план, о нем мы чуть позже поговорим. А второе, немаловажное, да, то есть это, ну, это, наверное, такое бывает, раз там много лет был привлечен в компанию человек, который знает рынок здоровья на уровне фантастическом практически, да, то есть это человек, который, ну, я о нем чуть подробнее попозже расскажу, который имеет колоссальный опыт, он потомственный ученый, он из семьи ученых, который, по сути дела, создавал всю индустрию профилактической медицины и много лет занимался патентованием всего, что связано на рынке здоровья, и поэтому мы с вами получили возможность иметь самые лучшие, самые новейшие разработки, запущенные на самом лучшем, новейшем оборудовании. И вот компания молодая, с одной стороны, с другой стороны, чистый рынок, и с третьей у вас есть возможность вместе с компанией развиваться, вместе с компанией расти и захватывать очищенный рынок. Да? То есть поэтому стабильность, надежность, такой мощный фундамент, который есть сейчас у нас с вами в руках. Вот. Как я уже сказал, официальное открытие компании было 8 апреля в Москве, и вот первые люди получили возможность
строить бизнес, и начали это делать, и уже вышли на хорошие чеки. Ну и немножко теперь об основателе компании, об одном из основателей компании. Этот человек является, по сути дела, легендой. Когда-то я в свое время, когда уходил из банковской сферы, почему именно эту индустрию выбрал? Потому что вот пример этого человека меня очень сильно вдохновил. На тот момент этой девушке было всего 17 лет, она ушла с первого курса университета и пришла в индустрию MLM. И уже в 19 лет у нее чек был порядка 30 тысяч долларов. По тем, где это не сейчас 30 тысяч долларов, это по тем деньгам, на эти деньги можно было там покупать несколько квартир в месяц. И это был феноменальный результат. И Мария работала сперва дистрибьютором, и как раз в той компании, в которую я пришел из банковской сферы, я благодаря ней и вместе с ней, по сути дела, заработал свой первый миллион долларов. Поэтому этого человека я знаю давно, много лет и очень хорошо. После этого она вышла замуж, занималась воспитанием детей, занималась традиционным бизнесом, и потом в роли руководителя уже возглавляла американский крупный бизнес на российском рынке. С 2012 года как раз занималась уже управлением международных крупных корпораций, миллиардных корпораций, чтобы понимали, да? То есть поэтому у нее и опыт есть работы в сети, и опыт управления компанией. Это очень важно, потому что человек, который имеет такой опыт, знает про все трудности, про все проблемы, про все запросы людей, которые занимаются бизнесом. И Мария это не просто знает, она это прошла на своем опыте. И, соответственно, миссия компании – помочь людям развивать свой потенциал и через здоровье, энергию решать еще и свои финансовые вопросы, финансовые задачи. Компания для этого использует все новейшие инструменты, и на нас с вами работают все знания науки за последние, наверное, 70 лет в области здоровья. О продуктах я сегодня очень подробно не буду рассказывать, кратенько пробегусь, потому что у нас есть отдельные школы по здоровью, где подробно рассказывается про каждый продукт, у нас есть школы по бизнесу и так далее. Сегодня моя задача познакомить вас с компанией. Кстати, я познакомился с этим бизнесом не как бизнесом. Я пришел в компанию по большому счету как клиент. После ухода американской компании, в которой вот была сеть 180 тысяч человек в 25 странах, я долго искал продукт прежде всего для себя. Вот такой же эффективный, который позволяет ощелачивать организм, снимать все воспалительные процессы, потому что когда ты пользуешься хорошим продуктом, ты становишься неубиваемым в плане здоровья. То есть я 20 лет никогда не болел, не обращался к врачам, ничего, да, потому что был в руках вот такой мощный продукт. И когда ты перестаешь им пользоваться, то есть ты вдруг становишься как все. То какой-то грипп там подхватил, то вирус, то насморк появился, то еще что-то. Да. И вот все 8 лет я искал продукт, в первую очередь для себя, которая вернет мне вот то состояние неубиваемости. Да? Кто-то скажет, ну тогда ты просто молодой был и так далее. Нет, друзья мои, вопрос именно внутреннего самочувствия. Были продукты хорошие, потому что ну, люди знают, что я искал, приносили всегда продукты. Были продукты хорошие, но они не были вкусный, то есть ты ими не будешь пользоваться каждый день. А хотелось бы именно вот такой продукт, который и эффективный, и полезный, и вкусный. И вот однажды раздался звонок девушки, женщины, которая когда-то была в моей команде, и она говорит: Сергей, есть хороший продукт, такой же, как тот вот, с которым мы когда-то работали. Я говорю, приноси. Она приносит коробочку, я пробую. И прям, знаете, любовь, как говорится, с первого вкуса. То есть сразу чувствуешь, да, это то самое вот ощущение, как было от того продукта. Я начинаю пить, я начинаю кайфовать. И самое интересное, приходят ко мне друзья, приходят люди ко мне в офис, пробуют продукт. И у многих вопрос, а где это, что, как купить? И тут у меня срабатывает предприниматель. То есть если всем надо, значит, наверное, на этом можно заработать. Я звоню этой девушке, Наталья ее зовут, говорю: Наташа, что за компания, что, где бы его вообще купить можно, она же мне принесла, подарила. Вот. И она говорит, это сетевая компания. Я говорю, ого, интересно, давай подробнее. Говорит, президент компании Мария Постол, кстати. И тут Мария Постол, это, как я говорил вам, рассказывал, да, человек, с которым я заработал свой первый миллион долларов, с которым построили большую сеть, да, вот в той компании там больше 100 тысяч человек была сеть. Я говорю, где вы находитесь? Называет адрес, это буквально в 10 минутах от моего офиса.
Я говорю, позвони Марии, скажи, что я буду. Вот, и я приезжаю в офис, очень красивый офис, очень уютно, очень хорошо. Люди, которые встречают, ну, как потом выяснилось, познакомились, это партнеры, очень доброжелательные. И вы знаете, когда я у Марии спросил, что ты хочешь сделать, она сказала, что мы хотим построить миллиардный бренд. Я еще не вникал ни в маркетинг-план, ничего. Вот только с продуктом познакомился. Кратко она рассказала маркетинг-план, систему вознаграждений. Я понял сразу всю концепцию. У меня в голове сложилась картинка, да, когда она еще про Владимира рассказала. Чернина – это наш научный директор, да, по науке, о котором я тоже рассказывал. У меня сразу сложилась концепция. Я сказал: Мария, все, я с тобой, я тебе помогу это сделать. Только дай мне время там со старыми делами закончить, чтобы можно было сконцентрироваться полностью на бизнесе. Я не случайно сегодня вам эту историю рассказываю, потому что есть очень много людей на сегодняшний день. Рынок у нас такой, все бурлит. Никто, нет ни у кого уверенности ни в чем в завтрашнем дне, потому что все меняется. Вот мы сейчас в такое время живем, когда рынки меняются, когда финансовая система меняются, когда страны будут меняться, идет очень большая турбулентность. Но что будет, не будет никогда меняться, почему менять, это очень сильно вдохновило направление, никогда не будет меняться востребованность человека быть здоровым, хорошо себя чувствовать. И когда на рынке перемены, это особенно важно, потому что если у тебя есть энергия, если у тебя есть здоровье, ты будешь эффективным. Ты будешь всегда иметь конкурентное преимущество. А когда за то, что ты имеешь эффективность, здоровье, энергию, тебе еще деньги платят, ну, от этого откажется только человек, у которого, ну, не сильно работает мозг. И вот это все мгновенно у меня картинка пронеслась в голове, и я сегодня с вами этим делюсь, чтобы вы могли этим тоже воспользоваться. Ну, давайте немножко вернемся к продуктам и поговорим, что за продукты, что за дом брендов, который будет продвигать продукты, которые восстанавливают здоровье. Ну, первый продукт, с которого хотелось бы начать, я, как сказал, не буду говорить подробно про каждый продукт, просто кратко. Это тот продукт, с которого началось мое знакомство с компанией. Называется он YonWave. Это продукт, который ощелачивает организм. Мы с вами, как батарейка, внутри должна быть щелочная среда, снаружи кислая. И разница потенциалов дает нам энергию. У большинства людей организмы закислены. Соответственно, это мало того, что нет энергии. Соответственно, в закисленной среде как раз развиваются грибки, паразиты, микробы. И мы, по сути дела, когда кушаем, мы не себя кормим, а вот эту всю гадость, которая внутри нас развелась. Более того, любой воспалительный процесс, вот когда у вас где-то что-то заболело, воспалительный процесс начинается, это окислительный процесс в конкретном органе. И представьте, у вас есть продукт, который все эти окислительные процессы снимает, который убирает плодотворную среду для бактерий, вирусов, микробов, грибков, паразитов и так далее. То есть вы совершенно другим человеком становитесь. Вы начинаете, ваш организм начинает кайфовать. Вот именно это делает этот продукт. То есть он нас питает. Следующий продукт, он повышает вашу адаптивную составляющую, да, то есть вот все слышали, там хороший иммунитет, плохой иммунитет, а от чего зависит этот хороший или плохой иммунитет? Как раз от адаптивных свойств организма. И вот сок нони, он как раз повышает вашу адаптивную составляющую, плюс в него входит ДМА, который улучшает работу мозга, улучшает работу нервной системы. То есть вы становитесь восприимчивы к стрессам. То есть, и это как раз опять повышает вашу эффективность. Следующий продукт или даже следующая серия продуктов. То есть это коллаген. У нас было 3 коллагена, и вот буквально несколько дней запустился 4-й. Кратко о каждом расскажу. То есть первый мой любимый, вот видите, такая оранжевая баночка, Energy он называется. Это коллаген, который, ну, во-первых, что такое коллаген? Коллаген отвечает в нашем организме за молодость. Вот когда коллаген вымывается, а он у нас после 22 лет только расходуется, и мы его можем получить только с пищей. Когда он вымывается, что происходит? Начинают болеть суставы, да? Начинает кожа морщиться, да? И так далее. То есть мы теряем молодость. А если вы получаете коллаген в нужном количестве, соответственно, клеточки регенерируются. У нас полностью за 7 лет обновляются все клетки в организме, и мы могли бы жить вечно, если бы как раз у нас было правильное питание, и организм бы не зашлаковывался, да?
неправильным питанием. Так вот, коллаген, он как раз дает тот самый строительный материал в чистом виде, и вы себя обретаете молодость. И у нас они разные, потому что помимо возвращения молодости, они еще несут функции. Вот Energy, он дает энергию. То есть, почему он мой любимый? То есть, ты его выпил, и у тебя на 5-6 часов ты полностью в отличном состоянии, полностью энергичен, и самое главное, твой мозг работает как часы, потому что у каждого из вас наверняка было состояние, вот вспомните, когда нужно что-то делать, или какая-то важная встреча, или куда-то ехать, или что-то надо прочитать, усвоить информацию, а ваш мозг вырубается, потому что мозг самый большой потребитель энергии, то есть вы не воспринимаете, да, то есть вас вырубает. И вот когда вы выпиваете коллаген Energy, все, у вас все возвратилось, ваш мозг как часы все воспринимает, работает как мощная система, как и должен, собственно, работать здоровый организм и мозг человека. Вот второй, зелененький, Slim, он позволяет сбросить вес, он даже висцеральный жир топит, да, более того, когда жир топится, тоже дается, организм выделяет энергию. Анти-эйдж, он с дополнительным составом макроэлементов, витаминов, то есть он позволяет нашему организму восполнять дефициты, которые есть в организме. И вот, не знаю, видно вам или нет, сейчас четвертый появился, вот такая коробочка, называется Anti-Age Forte Brain. Соответственно, это продукт, который содержит еще полезные вещества для мозга, как раз для того, чтобы восстанавливать когнитивные способности, чтобы получать мышление, память. Человек, у которого лучше работает мозг, в настоящее время это человек, который имеет колоссальное преимущество – энергия и мозги. Вот что делает человека богатым. У каждого из нас 24 часа в сутки, а вот как настроен мозг, как он воспринимает, как он адаптируется, будет очень сильно зависеть, как вы себя чувствуете в финансовом плане. И вот этот продукт, он, конечно, очень многим людям поможет. Соответственно, поддержание и улучшение когнитивных функций, профилактика Альцгеймера и прочих нехороших болезней, которые из людей – к пенсионному возрасту делают овощи, да, если ты за этим не следишь. Дальше, следующий продукт Black Wave. Ну, это продукт, о котором можно говорить часами, я просто скажу. Вот помните, я вам говорил, наша молодость и вообще наша жизнеспособность зависит от двух вещей. От строительных элементов в организме, да, и второе от зашлакованности. Если мы накапливаем шлаки, мы становимся как помойка внутри. Вот продукт Black Wave, он эту помойку очищает с одной стороны, а с другой стороны помогает полезным веществам попасть в клетку. Это комплекс фолиевых и гуминовых кислот. Соответственно, это последнее открытие в области здоровья, науки, питания, профилактики питания и так далее. И фолиевые кислоты, они с одной стороны доставляют в клетку полезные вещества, а с другой стороны из клетки выводят токсины вплоть до радионуклеидов и тяжелых металлов. То есть волшебный продукт, вот два продукта, которые обязательно должны быть в каждой семье, это Black Wave и Ion Wave. Дальше, следующее направление, это целое направление, это деликатес, как говорят у нас, для вашей кожи, это косметический набор, состоящий из двух компонентов, который позволяет иметь идеальную кожу. Вот косметологи, которые начали работать с этими кремами, они говорят, заменяют даже пластическую операцию. Причем с первых применений. Не надо ждать результата там через месяц, через два, через три. С первых применений люди чувствуют результаты. Вот когда у тебя в руках продукт, который сразу дает результат, с ним работать очень плохо, просто, потому что плохое самочувствие уходит сразу, и когда человек вместо плохого получает что-то хорошее, ему больше ничего не надо объяснять. Кто бы что ни говорил, он это прочувствовал на своей шкуре. Это касается всех продуктов, да? А когда он получил что-то хорошее, его организм начинает ликовать, это непередаваемое ощущение, которое человек никогда не забудет. Следующее направление, обратите внимание, у нас прям целый, каждый продукт – это целое направление. С каждым продуктом, вот как с соком Нони, например, была компания американская, которая только с одним соком Нони сделала миллиардный оборот, несколько миллиардов долларов оборота. У нас с каждым из продуктов можно сделать миллиардные обороты. Следующее целое направление – это хитозановый комплекс, который с одной стороны содержит хитозан, который позволяет также адсорбировать и выводить из организма вредные вещества. И с другой стороны, там клетчатка, которая восстанавливает кишечную флору, а желудок наш – это как раз тот самый генератор энергии, который дает нам энергию. То есть, и здесь
Два продукта, вот хитозановый комплекс, это в таблеточках в таких больших, и видите, не жвачка продукт, который еще и восстанавливает полость рта, эмаль зубов и так далее. То есть продукты очень востребованы, и не случайно, как только они появились, например, не жвачку смели сразу, то есть не прошло и месяца, как все запасы, которые были выпущены, были раскуплены. Сейчас ее прям сиюминутно на складе нету, и в ближайшее время появится. Теперь вот это продукт. Мы поговорили с вами о продукте. Я пришел в компанию через продукт. Как с этим продуктом сделать бизнес? Как на этом можно заработать? Потому что наша сегодняшняя презентация, она прежде всего предназначена для людей, которые хотят построить с этим продуктом бизнес. Я тоже не буду сегодня подробно рассказывать детали маркетинга, я просто идею передам. Вот представьте, вам продукт понравился, вы его начали использовать. Соответственно, вам сразу с первой покупки открывается свой собственный интернет-магазин. Причем вам не нужно закупать продукт, вам не нужно создавать систему хранения, доставки, учета, за вас это все делает компания, вам не нужно создавать клиентскую службу, вам не нужно вести бухгалтерию. Вы сразу с первого же клиента получаете прибыль. Более того, вы можете не один магазин иметь, а иметь, создавать сеть интернет-магазинов, потому что каждый человек, который сегодня смотрит презентацию, включается в бизнес, он становится в систему. И если он узнал об этой возможности от кого-то, то есть он попадает в сеть магазинов и совместно со всей сети начинает получать прибыль. Как это работает, мы сейчас с вами как раз разберем. И перед этим как раз еще пару слов хотелось бы сказать. Есть такая ассоциация прямых продаж, DSA. Она общемировая. В каждой стране присутствует. И все компании, которые занимаются сбытом, хотят туда попасть, потому что эта ассоциация объединяет в себе компании, у которых полностью 100% бизнес чистый, прозрачный, легальный, продукт работает так, как заявлено, да, не просто какая-то легенда создана, а именно такой эффективный. Если вот эти все критерии соблюдаются, компанию берет DSA. На рынке есть компании там по 5, по 10, 15, 20 лет работают, готовы предложить любые деньги, чтобы туда попасть, но их не берут, потому что либо бизнес непрозрачен, либо продукт не выполняет заявленные свойства, да, на рынке, либо еще что-то не так. Соответственно, компании не берут. Мы, несмотря на то, что компания молодая совсем, благодаря тому, что она сделана на базе американской компании, со всеми стандартами, в связи с тем, что у Марии, президента компании, безупречная репутация, прозрачный маркетинг, прозрачный бизнес, 100% все легально. Мы уже вошли в DSA и, соответственно, начинаем развиваться. Теперь по бизнесу, да, кому этот бизнес подойдет? Практически всем слоям населения. Вот если вы на хоть один из вопросов отвечаете положительно, да, вот хотели бы вы иметь больше денег? Если да, он вам подойдет. Хотели бы вы иметь больше здоровья? Если да, он вам подойдет. Хотели бы вы развиваться как личность? Если да, он вам подойдет. Хотели бы вы иметь больше свободного времени? Если да, он опять вам подойдет. Хотели бы вы что-то долгосрочное построить, да, что будет приносить вам доход, не только сейчас, но и в дальнейшем? И опять, если ваш ответ да, он тоже вам подойдет. Кому не подойдет, лентяю. Вот лентяям он точно не подойдет. Если кто-то надеется, что за вас кто-то что-то в жизни сделает, неважно, там восстановит здоровье, принесет денег, то это не место для халявщиков. Вот. Давайте теперь рассмотрим систему вознаграждений. Семь видов вознаграждений. Каждый из них мы рассмотрим подробно, вернее, рассматриваем подробно на школах. Сегодня я очень быстро по всем пробегу, чтобы у вас сложилась картинка. Итак, с чего все начинается? Начинается с того, что вы регистрируетесь, вам открывается интернет-магазин, и вы берете образцы продукции. Вы можете пользоваться ей сами, вы можете угощать других людей. Она нужна вам как демонстрационная витрина вашего интернет-магазина. В зависимости от того, на какую сумму вы берете продукт, вот вы видите, да, сумма первой покупки от 7,5 тысяч до 120 тысяч рублей, да, будет зависеть как раз параметры получения дохода с оборота, который делает ваш магазин или будут делать люди, которые благодаря вам открывают свои интернет-магазины. Соответственно, простой пример, допустим, первый рекрутинг бонус. Да, рекрутинг бонус – это когда вы подключаете к бизнесу нового человека. Если у вас маленький пакет, вы с оборота получаете 15%. Если у вас большой пакет, вы получаете 30%. Но это как в любом традиционном бизнесе, да, чем больше мы делаем товарооборот, тем больше нам дают скидку, тем больше мы получаем
прибыли с одного действия. И вот здесь начинается первое отличие от многих сетевых компаний, потому что во многих сетевых компаниях, чтобы получать большой процент, нужно строить структуру, нужно закрывать квалификации, нужно двигаться по карьерной лестнице. И когда ты растешь по карьерной лестнице, тогда у тебя увеличивается процент. Здесь вы сразу с первой покупки можете себе обеспечить максимальный процент в компании. И это на всю жизнь. То есть вы сделали покупку один раз, вы себе застолбили за собой статус, и он определяет ваш процент с товарооборота. Вот эту табличку можно сфотографировать, себе заскринить, и в принципе здесь все есть. Дальше. Можно ли, зайдя с маленького пакета, да, повышать свой статус? Да, можно. Двумя способами. Первый способ – это когда вы докупаете продукт, но здесь сразу скажу, нужно будет докупать больше, чем если бы вы сразу купили примерно в два раза. Либо когда вы подключаете лично в первую линию людей, то есть лично, это когда я кому-то рассказал, человек купил себе пакет, и, соответственно, его объем пакета повышает мне статус. Соответственно, вот два способа. Можно и так, все накопительно. И дальше виды дохода, розничный доход. Про розничный я особо рассказывать не хочу, потому что я не люблю продажи. Есть люди, которые продавать любят, но если вы спросите любую аудиторию, если, конечно, вы не продавцов собрали, да, большинство людей продавать тоже не любят. Но, тем не менее, про этот вид дохода расскажу. Когда человек заходит в ваш интернет-магазин и покупает меньше, чем на 7,5 тысяч рублей, потому что с 7,5 тысяч ему сразу автоматически откроется его собственный магазин, и он будет всегда получать 30% скидку. Так вот, если он меньше 7,5 тысяч, соответственно, разница между оптовой розничной ценой, у него просто розничная цена, идет вам автоматически, да, и это розничный доход составляет ваш. Дальше, рекрутинг бонус. Вот я сразу людям показываю, как можно с максимальной выгодой для себя дальше покупать продукцию. То есть один раз купил пакет, неважно какой, любой пакет – это набор продукции. Можно один какой-то вид взять продукта, можно два, можно все, соответственно, неважно, там по сумме определяется. Один раз купил, и все. Я людям показываю, ты один раз купил продукт, тебе открыли интернет-магазин, ты первое можешь пользоваться продуктом бесплатно за счет рекомендаций. Второе, можешь строить на этом бизнес. И в-третьих, у тебя по жизни 30% скидка на всю продукцию. И когда человек этим советом пользуется, открывает свой магазин, вы получаете рекрутинг-бонус. В зависимости от того, какой у вас статус, на какой пакет вы зашли, он составляет от 15 до 30% с заказа человека. Дальше. Ну, вот здесь про расчет проводится. Я сегодня на этом останавливаться не буду. Следующий вид дохода – это командный бонус. Здесь все люди, которых вы приглашаете, которых приглашают те, кто пришел до вас. Помните, мы говорили, строится сеть интернет-магазинов. Они делятся на две команды – левая и правая. И с товарооборота, который пошел после вас, а там могут быть ваши приглашенные люди или люди, которых пригласили те, кто до вас зарегистрировался, со всего товарооборота, который после вас – идет командный бонус. Когда оборот по двум командам сравнивается, вы получаете командный бонус. Командный бонус от 5 до 20% с товарооборота. То есть это очень хороший доход. Ну, для примера, чтобы вы понимали, в предыдущей компании, вот, где сеть была 180 тысяч человек, у меня платили всего в среднем 3% с товарооборота команды. Там не попадали к тебе, не могли попасть другие люди, только тех, которых ты пригласил или твои. И было 3% всего. И это давала возможность мне зарабатывать там больше 120 тысяч долларов в месяц дохода. Да? И, как я уже сказал, вырастить 8 долларов миллионеров. Здесь от 5 до 20%, и это всего лишь один из видов дохода с командного оборота. Причем, как я уже сказал, здесь не только ваша команда, лично вами приглашенные люди и люди, которые от них пришли, идут к вам, но и те люди, которые приходят от тех, кто зарегистрировался до вас, от ваших наставников по спонсорской линии. Дальше, следующий вид дохода очень интересный. Вот помните, я говорил, что я вырастил в предыдущей компании 8 долларов миллионеров. Там этого вида дохода не было. Это доход с доходов твоих людей. Более того, во многих компаниях, когда человек догоняет тебя по квалификации, вы вообще перестаете получать с его оборота деньги. Да, ну, типа, он теперь самостоятельный и так далее. И даже когда он догоняет вас по квалификации, вы с его оборота команды получаете все меньше и меньше. В нашем
маркетинг-плане, в нашей системе вознаграждения, когда человек двигается и развивается, даже если он вас догонит по квалификации, обгонит по квалификации, соответственно, вы в любом случае будете получать и процент с оборота, и еще бонус соответствия, то есть это чек с чеков ваших людей. Когда человек по командному виду дохода получает деньги, вы получаете процент. Ну, для примера, 8 долларов миллионеров выращено, с каждого доллара у миллионера я бы дополнительно получал 150 тысяч долларов в месяц и выше, потому что видим 15% с первого уровня. И до 7 уровней в глубину бонус соответствия платится. Вот у людей, которые в этой индустрии работали, это шикарная возможность, потому что в некоторых компаниях это есть, но, как правило, тоже нужно выполнять какие-то немыслимые квалификации, а здесь пакет взял и сразу начинаешь получать. Дальше. Как стимулирует еще компания вас более активно работать? Когда ваш доход больше 20 тысяч рублей по командному бонусу в неделю, соответственно, вам с этого оборота компания дополнительно начисляет 15%, и эти 15% идут в накопительный такой бонус, в копилочку. И как там накапливается 500 000, вам сразу такая премия прилетела. Люди у нас уже есть, которые ее получают, и, конечно, они счастливы и радостны, что это приходит. Дальше. Следующий вид дохода, бонус достижения, это вот здесь тоже есть карьера, но здесь карьера на ваши доходы и проценты никак не влияет. Она просто дает вам дополнительные признания и подарки. Вот смотрите, многие люди, работая где-то, вынуждены копить, хотят, например, там телефон новенький, да, там либо копят, либо в кредит берут, а потом переплачивают за него, да, хотят компьютер, либо копят, либо в кредит берут, хотят машину, копят или в кредит берут и так далее, да. Здесь вы, двигаясь по карьерной лестнице, получаете подарки. Сначала это небольшие подарки, там кепка, майка, бейсболка, там рюкзачок, да. Это то, что за вас делает бизнес, потому что к вам человек подходит, спрашивает, ну, что у тебя тут за New Wave написано на кепке, например, да? Вы говорите, за то, что в этой кепке хожу, мне деньги платят. И все, вам больше ничего не надо рассказывать. Человек сразу спрашивает, где такую кепку взять, за что платят. И все, вы дали вот эту презентацию, которую сейчас я провожу, да, например, там запись, или пригласили на презентацию человека. Он познакомился, понравилось, зашел в бизнес, у вас появился новый партнер и новый источник дохода. Да? Дальше двигайтесь по квалификации, соответственно, уже подарки получше. Вам фотосессию компания организовывает, она вам ролик снимает о вас, да, который можно презентовать. Она вам дарит инструменты для бизнеса, такие как часы, смартфон, компьютер, планшет и так далее. А для тех, кто повыше поднялся, там уже Мальдивы, там уже часы дорогие, там уже машины и так далее. И на двух самых верхних квалификациях вы начинаете получать процент, вернее, на трех самых верхних квалификациях вы начинаете получать процент со всего товарооборота компании. Вы, по сути дела, стали совладельцем компании. Вот. Есть ради чего работать, есть ради чего и куда стремиться. И вот сейчас следующая табличка на ваших экранах. Я уже практически заканчиваю. Она как раз для тех, кто не любит читать, показывает. Вот представьте, слева количество людей. Да, вы пригласили, например, всего 4 человек, которые хотят зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц и выше. Да? Допустим, люди, которые серьезно входят в бизнес, они все берут, конечно, большой пакет, потому что что такое 120 тысяч? Это цена айфона. Айфон никак не меняет нашу жизнь. Более того, год прошел, он устарел, можно выкидывать, там, покупать новый. Да? Здесь бизнес на всю жизнь с продуктом. Даже если у человека не получится строить бизнес, вот представьте, он там взял продукты на 120 тысяч, ну не получилось по тем или иным причинам, или не захотел бизнес строить, не захотел свой магазин развивать, но он как минимум 20-30 лет дольше проживет. Уже хороший результат, у него больше энергии, у него лучше работают мозги и так далее. Да? И вот представьте, вы пригласили всего 4 человек, не 50, не 100, не 10, 4. Они сделали то же самое, ваш 16, они сделали то же самое, 64 и так далее. И дальше, в зависимости от пакета, вы видите, да, нижняя строчка будет показывать ваш ежемесячный доход только по командному бонусу. Здесь не посчитаны все другие бонусы, просто командный бонус, да. Процент с товарооборота. И вы видите, если вы зашли, и люди ваши заходят на маленькие пакеты, там, 50 тысяч в месяц. Конечно, 50 тысяч рублей в месяц для многих, скажем так, жизнь не изменит. Но если это пассивный доход, он многих успокоит. На еду, там, квартиру уже денег хватит.
Но если вы зашли на пакет Elite, это уже больше 1 000 000 рублей в месяц. Если зашли на максимальный пакет, это больше 3 000 000 рублей в месяц. Поэтому вы сами выбираете пакет, вы сами выбираете скорость движения. Вот эту табличку тоже можете сфотографировать, чтобы было над чем подумать. И все, что нужно для того, чтобы развивать бизнес, уметь всего 3 вещи делать простые. Первое – знать, как зарегистрироваться. Для того, чтобы вам зарегистрироваться, обратитесь к человеку, который вас позвал на презентацию, он вам даст ссылочку регистрационную. Второе – это знать, как купить продукт. И третье – показать другим, как это делается. Все. Вот с этого момента, уже сегодня вы прям зарегистрировавшись, можете заработать первые деньги, поделившись с людьми записью этой презентации, да, или завтра пригласив на презентацию к тому, кто поделился с вами ссылкой, или взяв в записи эту презентацию, да. То есть это делается легко и просто, это очень комфортно. Более того, в компании есть еще другие направления, путешествия, например, да, то есть вы каждый полгода компания ездит в какое-то путешествие, и вы можете поехать за свой счет, а можете, делая оборот, ехать за счет компании. То есть здесь постоянное обучение идут, вы развиваетесь как личность, вы получаете контакт, вы получаете правильное окружение здоровых, умных, успешных людей, да, перенимаете их опыт. То, за что обычно люди платят деньги, здесь вы получаете абсолютно бесплатно. Например, 25 числа для всех, кто сейчас войдет в бизнес, для всех новичков с пакета от 15 тысяч и выше, будет, например, проводиться обучение технологии влияния. То есть это один из ведущих тренеров, который готовил топ-менеджеров миллиардных брендов, да, и коучил миллиардеров, соответственно, будет проводить для партнеров абсолютно бесплатно свой тренинг. Соответственно, и вы туда можете попасть. И вот такие приятные дополнительные штучки, за которые обычно люди платят деньги, вы получаете просто став партнером компании. Двигаясь по карьерной лестнице, как я уже сказал, получаете подарки. Деньги остаются у вас, а вы получаете приятные подарки. Все это еще закреплено в биле о правах. Это значит, что бизнес, когда вы единожды построив, у вас его никто не заберет, никто не отнимет, потому что есть многие сетевые компании, которые просто выживают лидеров, потом терминируют и так далее, создают немыслимые условия, чтобы они ушли. Здесь бизнес за вами, вы кайфуете, вы делитесь информацией, вы пользуетесь лучшими продуктами, вкусными продуктами, да, и при этом все это закреплено в биле о правах. Маркетинг-план компании изменить не может, терминировать вас не может и так далее. Есть отдельная молодежная программа, вот, есть дорожная карта развития компании, первое путешествие в Шри-Ланку уже в октябре ждет нас с вами, да, и туда многие люди поедут абсолютно бесплатно. Все это работать будет для вас и за вас. Поэтому, если вам это откликается, наше предложение, обратитесь прямо сейчас к людям, которые вас пригласили на презентацию, или попросите ссылочку на регистрацию и добро пожаловать в команду. Сейчас в компанию приходят очень сильные, мощные люди, лидеры с огромным опытом, за плечами которых стояли организации, вот там у меня 180 тысяч человек, да, а у кого-то там 100, у кого-то 200 тысяч. И представьте, вся работа этих людей работает в том числе и на вас. А развитие компании в целом работает на вас. Растет товарооборот, компания растет, ваш доход. Поэтому добро пожаловать в команду и всего доброго. Увидимся на школах и следующих презентациях компании. Всем пока-пока. С вами был Савич Сергей.